В Твери подвели итоги регионального этапа 6-го конкурса «Молодые профессионалы в компетенции. Компьютерные решения для бизнеса». На финальной стадии за победу сражались 5 конкурсантов из профессиональных учебных заведений Твери, Вышнего Волочка и Осташкова. На церемонии награждения присутствовала съемочная группа нашего телеканала. Студент 4-го курса Тверского колледжа имени Коняева Михаил Семенов намерен связать свою дальнейшую жизнь с программированием. Юноша уже делает первые успехи на профессиональном поприще, а не так давно подвернулась возможность помериться силами и знаниями с такими же, как и он, студентами. Михаил принял участие в конкурсе «Молодые профессионалы в компетенции. Программные решения для бизнеса». Во-первых, то, что меня взяли, я был немножечко удивлен, что взяли именно меня, были другие кандидатуры. То, что мне в итоге дало участие в этом конкурсе, это то, что я смог вживую посмотреть, на что я способен, как на что способны другие. В итоге Михаил Семенов не только, что называется, себя показал и на других посмотрел, но и добился высоких результатов своей компетенции. За 3 дня конкурсанты должны были разработать несколько приложений для одной информационной системы. Михаил выполнил около 80% необходимой работы, то есть, объясняют организаторы конкурса, приблизился к практически недостижимому максимуму. Это позволило юноше занять 1-е место по итогам конкурсной программы. Как отмечают организаторы конкурса, одна из главных задач – упростить молодым профессионалам процесс трудоустройства, а работодателям – процесс поиска новых кадров. Выполняя те или иные задания в рамках испытаний, ребята сразу и полностью показывают свои навыки. Это дает им возможность в максимально сжатые сроки начать свою профессиональную деятельность. Во время чемпионата были круглые столы, были приглашены работодатели, чтобы увидеть, как ребята это делают. И, скажем так, пообщаться с ними, увидеть их возможности, чтобы потом их взять к себе на работу. Мы уже сейчас, как сказал работодатель, они отвечают современным требованиям, скажем так, крупных компаний, которые есть на территории Тверской области. Добавим, что победитель регионального этапа 6-го конкурса «Молодые профессионалы» будет представлять Верхневолжье на всероссийском этапе.